комментарий какой. Выиграли, приятно, конечно, но где-то там все равно во втором периоде маленько все равно свою игру где-то упустили, а потом в третий вышли, забили там нужный гол в конце, еще успокоили игру и довели матч до победы. А в этом сезоне мы не так удачно играем в стартовом игровом отрезке, что было сегодня? В чем заключается секрет? Да, даже не знаю. Просто где-то, что эти голы, повезло где-то. Дэн хорошо там сильно бросил, попал очень здорово. Мне там тоже повезло, там первый гол вообще не пустые отдали, осталось только по шайбе попасть, можно сказать, а второй. Где-то маленько бросил, получилось так, попал. Уже в первом периоде перевели в звено Кумуркус, Хартиканин, как себя там чувствовал? В первом периоде? Или когда? В первом, я не помню. Не играл. Это в третьем периоде сейчас было, в конце только раз сыграл с ним в большинстве. Так мы играли, только к нам с Воробьем поставляли Уми там иногда и все. Как играется с Уми? Здорово. Он здорово держит передачи, отлично отдает. Классно. Но сегодня был какой-то особенный настрой на матч после поражения в предыдущей встрече? Ну, конечно, как бы, ну, нам нужно за все очки цепляться, все матчи выигрывать. Как бы в своей игре неприятно, чтобы его проиграли. И сегодня нам было как бы взбодриться и настроение поднять в команде, в принципе, и всем, кто приходит на хоккей, болельщикам. В третьем периоде так яростно пытался это забить, так хотелось оформить второй хитрик. Ну да, конечно, всегда охота. Я говорю, большего, там даже из три забил, потом охота четвертый, и всегда большего, всегда охота. Старался, не получилось. Одну шляпу ты уже получил, да. Что с ней стало? Куда она отправилась? Она поедет потом, ну пока здесь будет, в Уфе со мной, а потом домой, в Новокузнецк, ко всем кубкам, где мама там следит.